сами видели, опять удаление ненужное в конце игры и подвели нас. Нам об этом говорят перед каждой игрой, что где-то надо, не знаю, лишний раз перестраховаться, но в конце игры не удаляться у нас не получается, нас наказали, сегодня 3 гола в большинстве. Все ясно и так. Не слишком удачно начали матч, с чем это можете связать? Ну опять же удалились, побежали вроде 4-5, могли забить, не забили, в обратку пропустили, 5-0-1, но вроде отыгрались, вернулись в игру, хорошо играли, опять же повторюсь, в третьем периоде глупое удаление нас подвели, мы пропустили 2 гола в большинстве. Значительно у нас трактор сегодня превзошел по блокированным броскам. Есть понимание, почему так происходило? Ну, тяжело сказать. Ну, ребята, может, самоотверженно как-то играли, может, это больше хотели. Не знаю, тяжело сказать. Ну, сегодня у них больше блокированных. В следующей игре, может, у нас будет. Это такое тяжело ответить на этот вопрос. Ну, складывается ощущение, что в большинстве матчей Салат играет по сопернику, а не в свою игру. Ну... Мы играем, что от нас требуют по системе и стараемся ее выполнять, но не всегда, как видите, получается, может где-то. Хочется, конечно, где-то больше свободы, но тренера требуют, мы стараемся выполнять. Тут так. Большие проблемы в большинстве команды, почему не дают забрасывать? Не знаю, может больше на тренировках наигрывать, это же и 5-4, и большинство наигрывается, тут же меньшинство. Не знаю, мне кажется, надо больше уделять этому внимания, потому что мы мало забиваем в большинстве и пропускаем много четвером. Это очевидно, надо больше работать, мне кажется. Много своих удалений с дисциплины. Это какой-то психологический момент или просто не успеваете за соперником? Да не сказать, но вы сами видели, какие удаления, в принципе, они просто не нужны. Там ничего страшного не произойдет, если ты там его не тронешь, там ни в ноль не убежит, ничего. Просто как-то, не знаю, может, в голове что-то сидит и, говорю, получается, ненужное удаление, и нас наказывают за них постоянно. Второе домашнее поражение по буллитам, что-то особое внимание не уделяете или почему так происходит? Ну, буллиты такое тоже делать тяжело. Как повезет, может, ну, у кого мастерства больше, но не сказать, что у нас нет мастеровитых игроков, которые могут забить, но тоже тяжело сказать, может, повезло сильнее.